Только самые лучшие и быстрые зрители во всем мире успеют поставить лайк за 3 секунды. Ребятки, всем здорово, с вами по-прежнему Овер, и добро пожаловать в игрушку под названием People Playground. Ну что ж, ребят, наши эксперименты над человечками продолжаются. Мы продолжаем делать всевозможные опыты, тесты, смотреть на классные, интересные постройки и угорать, друзья, над этими человечками. Я надеюсь, что видосик вам понравится. А также, ребят, я надеюсь, что вы успели поставить лайк за 3 секунды. Если нет, ставьте сейчас, у вас вторая попытка, заранее вам большое-большое спасибо. Ну что ж, ребятки, начнем мы с достаточно прикольной штуки. Я понадобавляю различных модификаций, прикольных модов, друзья. И это действительно просто выглядит угарно. Давайте я вам покажу, ребят. Вот для начала просто мы нажимаем кнопочку, а у нас тут появляется, видите кто? Видите? Это у нас. Это... мини-крипер, друзья. Маленький крипер. Посмотрите, насколько он малюсенький. Просто вот, нога чувака, да? И если я вот так отдаляю, крипера даже не видно. Ну и, ребят, давайте посмотрим, насколько он мощно взрывается. Я не тестировал, друзья, заранее, так что сейчас вместе с вами посмотрю впервые. Раз, два, три. Вау! Мал да удал, ребят. Нифига себе, давайте вот так криперов понаспавним. Ну-ка. Вау! В слоу-моче этого, ребята, у меня не работало. Но! Если вы думаете, что на этом все, как бы, на маленьком крипере все заканчивается, ребят, нет. Все только начинается, ведь здесь у нас гигантские криперы, ребят, размером с чуваков. Давайте посмотрим, как они будут взрываться. Ну что, готовы? 3, 2, поехали. Вау! Огромные криперы, нифига какие мощные. Ну-ка, мы ставим вот так, ребят, роботов. Ставим вот так крипера и поехали. Воу, ничего себе, воу, и еще, ребят, и еще, со всех сторон, вот это просто мы уничтожаем, ребят, вот это жестко. А сейчас на человечество напал вот такой опасный монстр. Я думаю, ребят, многие узнали, да, что это за SCP. Напишите в комментариях, ничего себе, ребят, он просто чумачечий, вот это да, побежал на пацанчиков, причем он сам бежит, я ничего вообще не делаю. О-о-о, братанчик, испугался, ладно, ребят, давайте, проявим агрессию, итак, скромник это, ребят, у нас, бам, пацанов прижучил, ну-ка еще вот так ручонкой, пау, ой, в итоге всем телом, ребят, на, офигеть, слушайте, но этого скромника надо как-то останавливать. А для этого человечество придумало новые шприцы, ну-ка, да, ребят, давайте попробуем модифицированные шприцы, что они вообще делают? Что стало со скромником? Не понял, ребят, я вообще. Ладно, пускай он, короче, сходит с ума. Я предлагаю шприцы просто на людях, ребят, проверить. Так, первый пошел. Укольчик. Оп. Непонятное, друзья. Слушайте, ладно, давайте другой шприц. Вот так. А что происходит, ребят? Что эти... О! Понял. Пацанчик просто полетел. Ну-ка, давайте скромника тоже в полет запустим. Ну-ка. Кольнул, сейчас полетит, ребят. О, все полетели, ребят. Офигеть, вот это шприцы. Слушайте, угарно, ну-ка. Давайте желтенький попробуем. Понял. Чё это было, ребят? Берем, ладно, желтый шприц. Давайте ставим слоумо и просто смотрим. Воу, офигеть, чувака сразу, ребят, разрывает, чувак просто улетает куда-то. Вот это шприцы, друзья. Ладненько, ребятки, у нас не так много шприцов осталось, давайте синий. А, это электрический шприц, слушайте, угарно, ребят, вообще шикарно. Так, давайте розовый. А это шприц, друзья, залепило. В натуре залепило, в натуре залепило. О, пацанов просто залепляет, ребят, смотрите. Воу, жестко, а ну-ка вот этот что делает? О, а это шприц, ребят, убийца настоящий. Ну-ка, смотрите. А если мы, знаете, что сделаем, ребят? Проведем сейчас жесткий эксперимент. Погодите, посмотрим каждый. Так, красный. О, красный загорается. Ну-ка, друзья, берем шприц, залепило. И вот так вот. Вау! И у нас всех автоматически залепило, ребят. Это жестко вообще. Так, берем шприц, который, друзья, убивает всех. И смотрите, раз, два, три. Оу, а это электрический, я перепутал. Но все равно смотрите, как красиво.
Офигеть! Просто чуваки у нас испарились, ребят. Просто сгорели. Все. И не нужен электрический стул. Так, вот, ребят, этот шприц, который всех убивает. Ну что, готовы? 3, 2, 1. Воу! Нифига себе! Все, ребят, понимаете? Вот так вот, на уровне пистолета лежат чуваки. Смотрите, как они сгруппировались просто. Офигеть, вот это красота, ребят. Слушайте, ну за такие шприцы просто лайк, друзья. Вот это мега угарно. Посмотрите-ка, ребят, на этот небоскреб. Огромное здание, и самое прикольное, ребят, что это здание разрушается. Но не все так просто, ребят, у нас тут сидят офисные работники или люди в плену. Посмотрите, по-моему, это здание захватили террористы, ребят. Но знаете, что я предлагаю? Как насчет того, чтобы на это здание напал Фредди? Вот такой вот, ребят, опасный аниматроник, друзья, против нашего здания. И как же вы спросите, он будет у нас нападать? А все просто, ребят, смотрите, 1, 2, 3. Я думал, знаете, запустить Фредди, ребят, туда вот так, со всей дури. На! А он-то, друзья, не может. Ладно. Тогда, друзья, придется стрелять в это здание с огромного обреза. Вот такой вот, ребят, у нас тут механизм. Давайте попробуем все это дело зарядить. Я не знаю, получится у нас или нет. Вот так мы расчехляем. Дальше, ребят, идем вот так. Запихиваем патрон. Опа, патрон ставили. Дальше. Мы это, оп, обратно, ребят. Как сделать? О, обратно. Ну и, ребят, жмем на курок. Опа, был выстрел. Выстрел был, но дамага не было, ребят. Понятно, короче, странная эта тема. Я думал, что стреляет она гораздо жестче. Ну! Опа, был выстрел, друзья. Видите, падают у нас вот такие вот кегли. Только они ничего не могут сделать, друзья, нашему зданию. Ну что, ребят, ладно, тогда наше здание атакуют криперы, правильно? 3, 2, 1. Опа, так, начинаем рушить. Опа, еще, а в центре? Все. Пошло падать, друзья. Пошло падать, и лаги какие жесткие пошли. Ё-моё. Офигеть. Опять сломал игру, ребят, понимаете? Просто опять сломал игру. Ну как так получается? Но здание супер угарное, ребят. Ну супер угарное здание. Если попробовать его просто, ребят, по старинке зафигарить с РПГ вот так. Воу! Слушайте, ну достаточно крепкое. А где моя любимая пушечка? А вот она, ребят. Сейчас с нее мы как раз-таки все здание, ребят, и обрушим. Готовы? 3, 2, поехали. Опа! Ну-ка, вот эта последняя несущая стенка. А чем мы не падаем? Я не понял, почему здание не падает. Надо это исправить. Гигантская голова, давай. Активируем. Воу! Вот это жесткать. Все, ребят, сломал игру. Да, как всегда. И все-таки, ребят, давайте попробуем протестировать Фредди, аниматроник, опасный, против людей. Посмотрим, насколько он будет сильным. Итак, у него есть жесткий микрофон, друзья, которым он может... Ну, вот так. Будешь разговаривать в микрофон? Человечек, на, поговори. Чё? Поговори. И потом так, на! Ну, слушайте, друзья, он очень забавный. Но у него есть коллега, друзья. У него есть еще один аниматроник. Давайте им попробуем. На! Напишите, ребят, в комментариях, какой из аниматроников вам нравится больше. Левый вот этот или правый, друзья. Они оба на самом деле прикольные. Бэм! Но не такие уж опасные, как я думал. Если честно, я думал, что эти аниматроники Фредди сейчас просто всех уничтожат. Но они такие, знаете, более-менее дружелюбные. Хотя, если он вот так подпрыгнет и... Бам! То уже ни о каком дружелюбии, друзья, речь не идет. На! Офигеть! Вот это Фредди, друзья! Вот это аниматроник! Посмотрите! Все! Все у него с кайфом! Ну, немножечко приуныл. Ну, немножечко, друзья, загрустил. Но с кем не бывает, правильно? А этот нормально, друзья. Все с ним хорошо. Толпа зевак собралась, ребят, посмотреть на аниматроника Фредди. Все стоят, смотрят, типа, нифига себе, кто это такой? Ничего себе, прыгают, щупают его, друзья. И тут, откуда ни возьмись, появляется огромный носорог, друзья. Точнее, это даже не носорог, а какой-то там... Трицераптерс, друзья, трицераптер. Вот такой вот опасный трицераптер. И он вот так, смотрите, наших пацанчиков.
На клык. Опа! Ничего себе, как насадили, ребят. И еще раз вот так. Опа! Оп, пацанчики. Ха! Ушами, друзья, тоже. Воу! Что это за безумие просто? Оп! И все, и смотрите. И пошел. И пошел. И просто, ребят, пошел дальше. Оп! И сбежал. И все, оставил нам мертвых людей, ребят. И аниматроника Фредди украл. Вот это трицераптор, друзья. Вот это трицераптор. Вон, смотрите, что с аниматроником сделал. Все, всех убил, всех уничтожил. Вот это безумец. А еще, ребятки, у меня есть потрясающая пытка. Даже не пытка, а смертная казнь. Тут огромное количество всевозможных стреляющих штук. И давайте вот так. Просто хейтеры писали гневные комментарии, ставили дизлайки. Мы их с вами поймали и сделали вот так. Опа! И вот так, опа! И вот так, опа! В общем, друзья, жесткое безумие, вот эти вот пыточки, точнее, казнь. Офигеть, сколько тут всяких стреляющих штук, друзья. Не хотел бы я, конечно, оказаться на этом месте, не хотел бы. Итак, ребят, хочу вам продемонстрировать супер мощный револьвер. Посмотрите, вот такой золотой пистолетик. Выглядит классно. Давайте посмотрим, ребят, насколько он мощный. Вот так я выстрелил в ряд просто человечков. Готовы? 3, 2, 1. Воу! А он у нас что, стреляет взрывами? Все, все разлетелись. Берем вот роботов, ребят, да, направляем на них этот пистолет и бам! И нет роботов, друзья, просто нет. И точно так же будет с аниматрониками. Бам! И все, и никого не осталось. Ладно, ну где там они? Вот один лежит. Да, второго прям не найти, ребят. Все, все улетели, понятно. Ну что ж, ребята, а на этом мой увлекательный видосик заканчивается. Я надеюсь, что все построчки вам понравились. Обязательно пишите, что мне еще записывать в этой увлекательной игрушке под названием People Playground. Не забывайте оставлять просто много положительных комментариев, подписывайтесь на мой канал, не забывайте про лайки, про колокольчики. Ну а здесь у нас огромные Майнкрафт головы, просто криперы вот такие. И сейчас будет жесткий взрыв, ребят. 3, 2, 1. Но не так жестко, как я думал. Но а вот так... Вот это я понимаю. Ну что ж, всем удачи, спасибо за просмотр и пока-пока!